Добрый день! С вами Галина Суханова. И сегодня мы говорим о том, как сделать заказ на сайте компании Amway, как заказать продукцию онлайн через интернет-магазин сайта Amway. Кстати, если вы еще не с нами, подписывайтесь на наш канал, будьте в курсе новинок первым. Ну что ж, я предполагаю, что вы уже зарегистрированы в компании и у вас есть свой номер. Если это не так, смотрите отдельное видео, которое посвящено регистрации на сайте компании, или досмотрите это видео до конца, там в конце будет вариант регистрации на сайте вместе с заказом продукции. Сейчас я предполагаю, что у вас уже есть свой номер, и поэтому мы заходим с вами на сайт, нажимая в верхней строке вот это слово «Войти». Да, кстати, сайт компании Amway обновился, это новый сайт, но он по-прежнему находится по адресу www.amway.ru. Итак, заходим. Набираем соответствующие слова и цифры, вводим свой логин и пароль и попадаем на сайт. Далее, прежде чем перейти в корзину и начать оформлять заказ, я предлагаю вам прокрутить немного сайт вниз и попасть вот в этот раздел «Оплата и доставка». Давайте мы нажмем кнопку «Подробнее» и посмотрим, что есть в этом разделе. Он очень полезный, информативный, и его, конечно, нужно предварительно изучить. Здесь есть условия доставки. Вы можете посмотреть, каким образом осуществляется доставка, какие есть варианты. Вариантов на самом деле сейчас три. Это доставка домашняя, то есть курьером, доставка в терминалы и пункты выдачи товаров, это доставка в постаматы также и доставка на условиях самовывоза. Здесь вы можете почитать, в какие сроки осуществляется доставка, какова ее стоимость и подробно ознакомиться с разными вариантами. Как выглядит доставка курьером, варианты оплаты, как выглядит доставка до терминалов и постаматов, варианты оплаты. Вот здесь представлен список городов, в которых возможна доставка до постаматов. И вы здесь можете найти свой город или не найти свой город, но ознакомиться с этим списком можно именно здесь. Также здесь есть условия самовывоза. На условиях самовывоза доставка осуществляется до центров Amway, расположенных на территории России, их 17 на сегодняшний день. И также доставка на условиях самовывоза может осуществляться со складов. Вот здесь полный список центров Amway и складов представлен, можно с ним ознакомиться. Также здесь можно посмотреть адреса торговых центров и режим их работы. Все торговые центры, которые в Российской Федерации находятся, они здесь представлены. Можно с этим списком, с адресами и с режимом работы ознакомиться. Это очень удобно. Ну что ж, возвращаемся на главную страницу и пойдем с вами в корзину. Смотрите, можно начать заполнять корзину прямо с главной страницы вашего личного кабинета. Сейчас мы находимся внутри личного кабинета и вот нажимая на раздел «Каталог», мы можем выбрать продукцию, которая нас интересует. Это категория «Здоровье». Давайте выберем протеиновый порошок. Вот эта карточка товара здесь представлена. Кстати, цены в каталоге внутри вашего кабинета будут соответствовать вашему статусу в компании Amway. Если вы зарегистрированный клиент, то цены будут с учетом скидки 15%. Если вы VIP-клиент или независимый предприниматель, соответственно, цены будут с учетом вашей скидки 23%. Итак, смотрим карточку товара, нажимаем в мою корзину и видим, что товар вот, поместился в корзину. Я предлагаю воспользоваться вариантом, когда мы будем набирать корзину прямо из корзины. Поэтому нажмем в верхней строке значок «Корзины», попадем внутрь корзины и будем здесь набирать товар в корзину. Вот в этой строке можно ввести либо наименование продукции, либо его артикул. Давайте попробуем оба варианта. Это артикул, выбираем из списка и видим, как в корзине появляется продукт, многофункциональное чистящее средство ЛОК. Очень удобно на самом деле, что здесь есть картинка.
потому что для клиентов, для новичков, для тех, кто еще не очень знаком с продукцией, конечно, очень удобен вот этот вот визуальный образ, чтобы не перепутать. И давайте второй вариант попробуем. Наберем название. И вот также с предложенного списка выбираем, и продукт также попадает в корзину. Вот, у нас два наименования в корзине. Обратите внимание на верхнюю строку и на геолокацию. Если вы не проживаете в городе Москве, проживаете в каком-то другом городе, соответственно, вам здесь нужно поменять ваш город доставки. Это важно для того, чтобы сайт определил, из какого склада осуществлять доставку и какая продукция есть поблизости. Выбираем город другой. И теперь у нас все будет отображаться корректно. Обратите внимание на такой момент. Здесь вы можете добавить под корзину. То есть, если у вас есть заказ, который вы хотите оформить для своего партнера или клиента, вам можно добавить под корзину. Здесь появляется окошечко, где нужно ввести номер. Давайте введем. И точно так же либо набрать артикул соответствующего продукта, либо его название. Давайте сделаем это через артикул. Продукт также появился в корзине. Обратите внимание, что если вы работаете через интернет-доставку, заказываете продукцию онлайн, активную скидку нужно добавлять вручную. То есть здесь нажимаете на вот этот раздел и добавляете активные скидки. В том случае, когда вы приобретаете продукцию непосредственно в торговом центре, то есть офлайн, там активная скидка автоматически добавляется при расчете на кассе. А здесь нужно вот этот момент отследить и добавить ее вручную, иначе она не сработает. Далее идем вниз и нажимаем кнопку «Оформить заказ». На этом шаге нам нужно выбрать вариант доставки. Вариантов доставки здесь представлено три. Это доставка на дом, это доставка на условиях самовывоза и доставка для получения заказа в постаматах. Адрес доставки можно поменять, и таким образом вы можете организовать доставку своему партнеру или клиенту. Это можно сделать как вот здесь, на условиях доставки домашней, так и на условиях получения заказа в постаматах. Доставка на дом и доставка в постаматы возможна на любую сумму, то есть независимо от размера вашего заказа. Она стоит денег на самом деле небольших. Например, доставка в постаматы на сегодняшний день составляет 150 рублей вот в нашем городе Новосибирске. И есть еще вот третий вариант, как мы с вами говорили, доставка на условиях самовывоза. Но здесь надо иметь в виду, что эта доставка возможна, когда у вас заказ большой, ну, относительно большой, от 100 баллов и выше. Здесь нужно учесть такой момент. Когда вы выбрали получение заказа в постаматах, сайт вам предлагает ввести индекс или город. И вот город у нас введен, но кнопка «Продолжить» не активна, поэтому попробуем ввести индекс. Пусть это будет так. И вот появляется карта постаматов в городе. Увеличивается, уменьшается, и вы можете выбрать любой постамат, который вам удобно. И вот здесь у нас прибавилась стоимость доставки к заказу. То есть вы все видите, что у вас происходит с стоимостью заказа. И кнопочка «Продолжить» у нас становится активна. Мы на нее нажимаем и проходим к следующему шагу, шагу оплаты. Вариантов оплаты на самом деле много. Это и оплата банковской картой на сайте, и банковским переводом, и через терминалы Kiwi. Вот здесь вы совсем можете ознакомиться. Я выберу вариант оплаты банковской картой на сайте. Нажимаем «Продолжить». На этом шаге вы можете посмотреть и проверить свой заказ, адрес, параметры оплаты и контактную информацию. Вот здесь вы можете поменять телефон, вот здесь карандашик,
и свои контактные данные вы можете поменять. Вот в этом разделе, тоже вот обратите внимание, это важно, информация по заказу, вы можете добавить телефон того человека, кто будет получать заказ, если это не вы, если вы оформляете заказ для своего партнера или клиента, и, соответственно, ввести здесь имя этого человека, человека-получателя, вот в этом окне. Далее проверяете заказ и переходите к подтверждению заказа. Вот таким образом. Здесь нужно будет оплатить. Мы сейчас этого делать не будем. После оплаты вам придет сообщение на электронную почту с номером заказа, и вам остается ждать звонка от службы доставки или сообщение по СМС о доставке вашего заказа в Постамат. А сейчас помните, я обещала вам показать вариант регистрации одновременно с оформлением заказа. С главной страницы вот мы с вами переходим в каталог, выбираем интересующую нас продукцию. Это на тот случай, если у вас еще нет номера в компании Amway. Выбираем продукцию, она у нас попадает в корзину. Дальше выбираем «Оформить сейчас». Смотрим, как выглядит наша корзина. Нажимаем кнопку «Оформить заказ». И здесь на этом этапе сайт нам предлагает. Если вы являетесь уже клиентом и партнером, и у вас есть номер, вы зарегистрированы, соответственно, вы дальше будете продолжать оформление заказа, нажимая вот на эту кнопку «Войти и оформить заказ». Если же вы не являетесь клиентом пока и у вас нет номера регистрационного, соответственно, здесь сайт вам предлагает зарегистрироваться и оформить заказ. Вот таким образом делается все быстро. Вы попадаете на страницу, где нужно будет ввести свои личные данные. Это вот та самая регистрационная форма. Поля, обозначенные звездочкой, вы их заполните, введете свой электронный адрес, номер телефона, фамилию, имя, дату рождения. Нажмете кнопку «Согласиться с положением обработки персональных данных» и, нажимая кнопочку «Продолжить», вы одновременно зарегистрируетесь и получите свой номер. А также одновременно сделаете заказ и будете ожидать доставки. Ну что ж, я надеюсь, что все было понятно и информация была для вас полезной и интересной. Если это так, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на наш канал. Будьте в курсе новинок первыми. Я благодарю вас за внимание. С вами была Галина Суханова.